Доброго времени суток, уважаемый зритель. Сегодня я познакомлю тебя с проектом, который называется DevZoo. Это глобальная децентрализованная логистическая P2P платформа, построенная на технологии блокчейн Ethereum, которая гарантирует быструю и эффективную доставку товаров и грузов без географических ограничений. DevZoo использует смарт-контракты на основе Ethereum вместе с торговым маркетингом Utility внутри системы с конкретной конечной целью для решения вопросов безопасности, мошенничества и контрабанды и эффективного отслеживания поставок для всех обменов на основе координации. DevZoo использует технологию блокчейн, чтобы демократизировать финансовые международные торговые глобальные онлайн-координаты бизнеса и отправку рамок, вывести нынешних посредников, считая и банки, и сухопутных границ на рынке. DevZoo является основой P2P, другой децентрализованной платформой с открытым исходным кодом, которая использует блокчейн и искусственный интеллект. DevZoo – это усовершенствованная, адаптированная платформа с открытым исходным кодом, предназначенная для международной торговли без границ. Электронный рынок, включающий криптографические формы прохода денежных средств, приложение для переносного взлома, децентрализованное временное ограничение для публичных бухгалтеров. В то же время DevZoo поддерживает смарт-контракты на основе Ethereum вместе с заметными токенами Utility. Внутри системы для решения проблем безопасности, мошенничества, кибератак, а также эффективно отслаженных и координирует поставки для всех этапов доставки товара. Работает все очень просто. Пользователи децентрализованной глобальной логистической платформы запрашивают товары у каждого электронного магазина по всему миру. Вы можете запросить доставку посылок прямо к входной двери своего места жительства. Электронный магазин отправляет запрос на отправку по местному адресу страны получателя. Команда доставки, связанная с этим проектом, собирает продукт или пакет из локального адреса получателя и отправляет доставку на адрес доставки пользователя. Когда пакеты поставки или представляем принимаются от пользователей, признанных для при получении, местные охранники получают свои взносы в токене DFZ. Эта платформа обеспечивает глобальную логистическую поддержку своим партнерам и представляет прекрасную возможность для новых логистических компаний расширять продажи своего логистического бизнеса по всем миру. На этом у меня все. Надеюсь, что вы перейдете по ссылочкам в описании и изучите этот проект более подробно. Всего доброго и до новых встреч!